Господа, дамы и господа, по-английски это звучит «Lady and Gentlemen». Поздравляю вас с началом эры рок-н-ролла, в которой мы уже живем, слава Богу, с 54-го года, и которая продолжается до сих пор. Мы здесь собрались по случаю тройственного события знаменательного. Прежде всего, конечно, День космонавтики. Второе – рождение, день рождения рок-н-ролла. И третье – печальное – это 33-я годовщина ухода нашего дорогого и всеми любимого Аркадия Дмитриевича Звездина, известного в народе как Аркадий Северный. Посему поздравляю вас со всем этим количеством праздников и предлагаю веселиться вместе с нами, с устроительным отчетом. Праздник продолжается неделю подряд. Я в июне просыпаюсь, этому рад. Пиво, самогон, вино, коньяк, ацетон. Я потратил на это почти миллион. Но в понедельник утром закончится ништяк. В карманах обнаружится тотальный голяк. А то, что это смерть организму и уму, я думаю, не надо объяснять никому. Но кто это сказал, что я уже труп? Ведь я же еще не закончил игру. Я знаю один небольшой секрет. Таблетка пенталгина и я жив. Привет! Глазами, как бокал с волшебным напитком. Возьмите, попробуйте сами. Он словно сверкает в бокале, но никогда не напьешься этим волшебным напитком. Разворчится ни ночи, ни дня. Снимет с плеч моих белую нитку. Погрозит мне, смотри у меня. Погрозит мне, смотри у меня. Рок-н-ролльные тексты российские все являются как бы бардовскими текстами. Они тем отличаются от западного рок-н-ролла, что там поэзии маловато. А вот в русском рок-н-ролле гораздо больше. Кому? Отдашь ты столько лет. Заперты, запрятаны в тюрьму. Вагоны, зоны, зоны, зоны мест. А тройство колес, бесплатно на носей, и легкий язык угрозы, нет других путей. Сквозь зло, сквозь зло, сквозь зло и бред и ложь. Я тебя не спрашиваю, что к тебе болит. Я же ж тебя спрашиваю, что ты будешь пить. От мексиканского пива, самогон, вино. Душистую фиалку или личик. Пляски и пару гнетых
разбивались, стволы раскалялись, корабль трещал, уж пошла. В прицелах японские Вертинский спала без поездки, на сцену выбирала в костюме от Пиро.